В конце недели жители нашего города могут посетить сразу несколько интересных мероприятий. В пятницу 7 апреля в ледовой арене «Айсберг» под Челябинском состоится матч копейской команды «Урал» с профессионалами из «Трактора». В составе «Трактора» на лед выйдут вратарь Василий Демченко, капитан команды Александр Шинин, игроки Константин Климонтов, Константин Кольцов, Семен Афанасьевский, Илья Зиновьев, Алексей Кручинин. Также в составе «Трактора» выйдет ярый болельщик черно-белых актер, шоумен, челябинец Станислав Ярушин. Игра начнется в 17:00. До этого у черно-белых будет час на автограф-сессию с болельщиками. Вход на матч бесплатный. Еще одно спортивное мероприятие можно будет посетить в воскресенье в Копейске. 9 апреля проводим фестиваль боевых единоборств города Копейска, где планируется пригласить все единоборства, которые находятся у нас в городе, и для граждан показать, и для детей в том числе, показать, какие виды единоборств, куда можно записаться, куда можно прийти. Фестиваль проводится в городе уже второй раз. На нем будут представлены рукопашный бой, карате, дзюдо и другие виды единоборств. Начало в 11 часов в здании Копейского политехнического колледжа на проспекте Ильича, 14. А уже в 3 часа дня копейчан ждут на литературных встречах. К нам приедут знаменитые писатели из разных городов России. В Копейске это будет две площадки. Одна площадка в Копейском политехническом колледже, другая площадка в Центральной городской библиотеке, в читальном зале, начало и там в 3 часа. Да, это такая творческая встреча с писателями. Наверное, они нам представят свое творчество. Я думаю, почитают свои произведения. Мы с ними можем увидеть, познакомиться. Так сказать, живое литературное сегодня едет в Копейск. И надо нам не упустить возможность пообщаться. В Центральной городской библиотеке с посетителями будут общаться сопредседатель Союза писателей России Александр Кердан, Петр Краснов, Наталья Поротникова и другие.